креативное пространство, где каждый молодой ульяновец может реализовать свой творческий потенциал, познакомиться с интересными людьми и даже решить свои проблемы с трудоустройством. В Ульяновске заработал Дом молодых. Открыть подведомственное учреждение Министерства молодежного развития удалось благодаря гранту Росмолодежи. Внутри аудитории и актовые залы, где можно проводить мероприятия разного формата. Рядом киберспортивный клуб, кафе, детское пространство, студия звукозаписи и медиа-студия. У нас студия звукозаписи полностью оборудованная, вот, микшерные пульты. Пробовали уже записывать? Еще пока нет, если хотите, можно попробовать. В Доме молодых рады всем ульяновцам от 14 до 35 лет. Для них будут работать самые разные направления – волонтерство, спорт, культура. Можно даже проконсультироваться с психологами или специалистами центра занятости. В радиостудии, кстати, будут писать подкасты. Первым гостем нового выпуска стал Алексей Русских. Глава региона рассказал о важности подобного учреждения и даже поделился любимыми новогодними блюдами. Я бывал здесь, когда шли ремонтные работы. Непосредственно мы понимали самое активное участие в реализации этого проекта, в том числе и выделение федеральных средств. Это первая ласточка Дома молодых у нас в области. А в следующем году мы должны просто все сделать для того, чтобы начать работу по реализации такого же проекта в Димитровграде, и дальше пойдем в районные центры. На торжественном открытии центра подвели итоги ежегодного губернского конкурса молодежных проектов. Губернатор вручил сертификаты 30 победителям и призерам конкурса. Сокращение оттока молодежи, мы прекрасно понимаем эту задачу. Сейчас не словом, а делом понимаем то, что такое пространство, как Дом молодых, окажет существенную роль в решении этой задачи. На обустройство Дома молодежи направили более 120 миллионов рублей. За счет этих средств отремонтировали здание, закупили оборудование. Весной приступят к благоустройству прилегающей территории. Анна Тищенко, Улправда ТВ.